есть в Главном управлении МВД России по Саратовской области Центр кинологической службы, и задач у него немало. В первую очередь, это координация действий всех кинологических подразделений области. Приходит на службу молодой сотрудник. Он проходит у нас первоначальный курс, где мы его учим азам общения с служебными собаками. Таким образом, мы готовим сотрудников для поступления в специализированные школы служебного собаководства. Выезжаем в райотделы, смотрим на местах содержания, кормления собак, оказываем помощь в ветеринарном обеспечении. Кинологическими подразделениями территориальных органов внутренних дел по итогам 5 месяцев раскрыто 107 преступлений. Сейчас, кроме всего прочего, на повестке дня подготовка к всероссийскому конкурсу «Лучший по профессии». Наш регион будут представлять майор полиции Сергей Колесников, а также Икс. В родословной его имя звучит более витиевато. Икс – специалист по поиску взрывчатки. Тренировки на местности каждый день. Матерым следопытом наступает на пятки молодая порсель. В собачьем детском саду всегда весело и шумно. Эта игра – важная часть работы в становлении будущих четвероногих профессионалов. В помете было 9 щенков. На данный момент они у нас разделены по группам. Это нужно с целью продуктивных занятий с ними. С каждым щенком мы занимаемся индивидуально, вырабатываем у них необходимые качества для дрессировки, мы их социализируем, развиваем им игровую потребность, ну, пищевая у них и так прекрасная, вот, гуляем в городе, в общем, делаем все, чтобы в последующем эти собаки с успехом отучились и несли службу в органах внутренних дел по профилям применения. Процесс превращения любознательного щенка в опытную служебную собаку трудоемкий и требует немалых вложений, сил, времени и любви. Но наши кинологи справляются. Поздравляем коллег с праздником! Желаем на постоянной основе пополнять копилку наград за участие во всевозможных конкурсах и чемпионатах и с успехом раскрывать самые запутанные преступления. Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.